Эхо снегопада, коммунальные ЧП на улице Свердлова в Ярославле. В 96-м доме рухнула крыша балкона. По словам жильцов, виноваты сотрудники управляющей компании. Рабочие чистили кровлю, и одна из сбитых сосулек рухнула прямо на железный настил. Никто не пострадал. Говорят, хозяина не было дома, а о происшествии ему сообщили соседи. Недовольные уборкой жители даже вызывали полицию. Люди уверяют, похожая судьба ждала еще как минимум один козырек. Однако его металл оказался прочнее и тяжелые сосульки выдержал. В управляющей организации виноватыми себя не считают. У коммунальщиков есть вопросы по сооружению, которое закрывало балкон. В данной ситуации нельзя говорить о том, что управляющая компания виновата. Безусловно, предстоит достаточно большое разбирательство. И все, с чего, собственно говоря, мы и начнем, мы будем выяснять, каково было основание остекления данного балкона. То есть это было самопроизвольно установленное некое дополнение к фасаду дома, которое, мы абсолютно уверены, не было узаконено.